я хочу рассказать про свою прабабушку Ковешникову Агнию Романовну. Когда началась война, ей было 20 лет, и она добровольно ушла на фронт. Она защищала Москву, столицу нашей Родины. Она была связистом. Ежедневно два раза в день она проверяла, надежная ли связь. На боевых позициях она обучалась прожекторному делу. Она высвечивала прожектора вражеские самолеты, а зенитчики уничтожали их. На обороне Москвы прабабушка была до окончания Великой Отечественной войны. За трудный путь ее наградили медалью за победу над Германией. Моей прабабушки уже нет, но память о ней всегда будет жить в сердцах ее близких.